Сегодня с нами Александр, Дима, Алина, Диана, Александр, Иннокентий, Михаил, Карлос. Явно есть фаворит. Black Краус. Наша крауд. Группа пока еще держится вместе. Мы сворачиваем с большой дороги на маленькую. Снежка поднасыпала. И это прекрасно. Продолжаем карабкаться вверх. Идемся к солнышку. Идем парами. У нас небольшие технические неполадки, которые позволили нашей группе притормозить и полюбоваться на эти великолепные виды. Вот наблюдаем дорогу на Фуркапас, который еще в ближайшие 3 месяца будет, или 2,5, закрыт. Место довольно-таки популярное, как вы можете убедиться, скитурщиков много. Наша группа загорает, дышит, шуршит. Гросс Лейкхорн, который мы в прошлые выходные ходили. А это наша сегодняшняя цель. Мы уже рядом. Моя любимая швейцарская история. Лыжники с собаками. Наша преодолевает участок с обрывами. Уже совсем рядом. Вот Кеша, Алина и Саша впереди. Пойти на ту вершину, но выглядит небезопасно. Мы трусы. Поэтому, наверное, мы поедем вниз прямо отсюда. Ребята наверху. Нам невозможно сфоткаться вместе, потому что нас слишком много. Так что едем вниз. Ну что, стартуем. Погнали. Кеша, Саша, Саша, Диана, Попа Димы, Катя и Карлос. И наш любимый Петр. У-ху! Едем вниз. Едет Кеша. За ним. Совсем липнет. Едет Саша и Диана. Снег очень липкий, очень тормозит и совсем не пушистый. Поэтому его внешний вид очень обманчив. Так, ну Диана едет красиво. Саша даже не может стартануть, несмотря на то, что здесь сильный уклон. Уклон есть, доска не едет. Так, судя по крикам, это Питер. А это похоже на человека с палкой. Наверное, это Карлос. Тут вот и проявляется разница. Лыжники продолжают ехать, а сноубордисты идут. Саша мчится. Тут снег, кстати, получше, удивительно. Вот так он красиво едет. Так, Дима, отличный прыжок. Юху! Так, и вот наша группа сноубордистов. Вот они. Трое на бордах. А за ними мчится Диана. Так, Карлос. У-ху! И вот Саша. Александр рассекает. Раз.
Работай бедрами! Ослабил. Хорошо! Миша, давай! Давай! Джамп, Миша, джамп! Давай, джамп! Они называются «Поскреби между кустиками», так что приходится скрести. Вы сами слышите по звуку, что снег отсутствует, но что делать, надо ехать дальше. Уже вот там внизу виден Реальп. В следующий раз поедем на таких велосипедах. У нас еще есть снежный велосипед, но нету горки. То, мы спустились. У нас есть три девушки, три стула, желтый автобус, немножко конфет и печений. Всем пока, до новых скитуров!